Здравствуйте. Сегодня я расскажу, как скачать все необходимое содержимое на SD-карточку. Хочу обратить внимание, что SD-карточку надо форматировать в FAT32 и что аппаратура поддерживает карточки до 32 гигабайт. Так, вставляем карточку. Я использую переходник и сразу подключаю к компьютеру. Так, диск F. Проверяем, чтобы он был файловой системе FAT32. Если нет, то форматируем и выбираем здесь FAT32. Итак, открываем OpenTX Companion. Нажимаем кнопочку Download. Download SD Card Contents. И нас перекидывает на сайт. Здесь качаем последний. Если вы обновили аппаратуру до последней версии, то и качаете содержимое карточки последней версии. Сохраняем ее в нашу папку QX7. Распаковываем. В принципе, архив нам больше не нужен. И вот все содержимое карточки надо скопировать внутрь SD-карты. Все, теперь извлекаем карточку. И вставляем ее в аппаратуру. Использую карточку Samsung на 32 гигабайта, но этого на самом деле слишком много. 16 гигабайт или 8 гигабайт вам схватит с головой. Итак, вставляем ее в аппаратуру. И включаем ее. Welcome to OpenTX. Итак, у нас появился звук с SD-карточки. И в меню появилась сама SD-карточка с записанными на нее файлами. Сюда вы впоследствии сможете добавлять LoA-скрипты, свои звуки и все остальное. Об этом мы поговорим позже. Всем спасибо, до свидания.